станете глупенькими. Все до единого! Мне так нравится! Отстань! Черт! Джекс! О, рогата! Как дела, детка? Не волнуйся, я тебя защищу! Ты в порядке? Не отвлекся. Не сопротивляйтесь, вы все станете глупыми! Как ты смеешь? Вы спасены! Джекс, мы падаем! К тебе! Мой глаз! В чем дело, народ? Может, поможешь? Без проблем, погнали, Джекс! Рогата, ну, ты там идешь? Дом, милый дом! Моя пуговка, я потеряла ее! Ты вот про это? О, навевает воспоминания! О чем это ты? Оу, я просто подумал, но лучше я расскажу историю твоего прошлого! Ух ты! Удачи в первый день, заведи кучу друзей! Люблю тебя! Ладно, Рогата, просто дыши. Может, в школе будет не так и плохо. Привет, девчонки. Привет, новенькая. Я немного боялась, но вы, кажется, добрые. Да, добрые. Красивые волосы. Какой странный бантик. Это все взаправду настоящие друзья. Наконец-то будет с кем поиграть. Ой, не могу дождаться. Я всегда мечтала устроить пикник. В школе будет потрясающе. Эй, тебя там зовет какая-то женщина. Еще. Вон та, странная. Я еще раз хотела сказать, люблю тебя, доченька. Пока, мам. Да, не говори так. Ну и каково живется с такой стрёмной мамкой? Как она вообще ходит? Надо так-то жить. Надо бы подправить себе глазки. Не дергайся. Учителя нет. Получай, чучело. Посмотри, что они со мной сделали. Почему ты не можешь быть нормальной? Рогата, иди сюда. Все будет хорошо. Мам. Просто успокойся и... Хватит, ты не понимаешь. Есть хочется. О, я лично не собираюсь. Я и не собиралась тебя просить. А это откуда? Дорогая, ты забыла обед. Мама! Просто я не хотела, чтобы ты голодала. О, нет. Мама, ты должна идти. Ну все, пока, крошка. Поняла, она еще и готовит. Она хоть знает, что в еду кладет. Зачем ты это делаешь? Это отрава. Выплевляй. А что, лучше, чтобы потом стошнило? А вот тебе пластырь. Я так больше не могу. Но я же просила оставить меня в покое. Я просто хотела помочь. Дочка, я не думала, что будут проблемы. Ты сделала только хуже. Я должна доказать ей, что меня ничто не остановит. Твоя мать любила тебя больше всего на свете. Привет, девочки. Поиграйте, пожалуйста, с Рогатой. Говорю, уже ничего не выйдет. Ну, до встречи, сокровище мое. Пока, девочки. О, нет. Сокровище. Я оставил свое сокровище. Почему я должна страдать из-за нее? Что? Почему ты не можешь просто быть нормальной? Я ненавижу тебя. И видеть тебя больше не хочу. Тогда ты еще не знала. Солнышко, вернись. Но... К сожалению, ее сердце не вынесло этого. Она всегда хотела для тебя самого лучшего. Даже когда ты не могла этого оценить. И тогда открылось страшное. Твоя мама страдала от тяжелой болезни. Просто мне так жаль. Но ты была рядом с ней. Сейчас поражем. Готовьте камеры, девчат. Что? Мам, ты должна проснуться. Мне ужасно жаль. Я просто хочу, чтобы ты была в порядке. Твоя жизнь с каждым днем становилась все труднее и труднее. И вот случилось непоправимое. Здравствуйте, а где моя мама? О, ты здесь. А? Это тебе. Твоя мама просила передать. Письмо? От мамы? Она отдала мне его 2 часа назад. Она настоящий борец. Но я не могу с ней поговорить. Мне очень жаль. Мы сделали все, что могли. В последний миг она сказала лишь одно слово. Что? Твое имя, Рогата. Мне очень жаль. Нет, как это могло случиться? Нет, подожди. Это моя вина. Как я могла и такого наговорить? Что ты хотела сказать мне, мам? Это твои последние слова. Дорогая Рогата, мне нужно кое в чем признаться. Когда ты родилась, ты немного отличалась от других детей. Может, это прозвучит знакомо. Ты родилась с одним глазом. Тебя это, конечно, не волновало. Ты же была просто счастливой малышкой. Иди ко мне, сокровище мое. И я всегда любила тебя всем сердцем. И я знаю, что ты любила меня. Да, ты была особенной девчушкой. Мы были счастливы. Но однажды я поняла кое-что важное. С одним глазом тебя ждала бы нелегкая жизнь. И меня это беспокоило. Проблем становилось только больше. И дальше все грозило стать еще хуже. Ну, я рядом. И я решила подарить тебе другую жизнь.
Я пишу эти строки, чтобы ты знала. Я сделала все, что было в моих силах, чтобы ты прожила лучшую жизнь. И я ни о чем не жалею. Надеюсь, моя жертва не будет напрасной. Я не жалуюсь. Просто я действительно очень-очень тебя люблю. Я не могла дать тебе меньше. Однажды ты поймешь, когда сама станешь матерью. Любая жертва стоит того. Ну, как дела, кружка? Видеть, как ты улыбаешься, больше награды мне не надо. И я верю, что несмотря ни на что, в глубине души, ты тоже меня любишь. Мама! Мам, почему? Почему ты не сказала мне раньше? Я ужасная дочь, это все моя вина. Это письмо изменило все. Как изменилась и ты! Я не могу оставить все как есть. Я должна показать, как люблю ее. И есть один способ. Если честно, мне страшно. Это опасно, но этот подарок... Я его недостойна. Теперь я должна вернуть его. Это для тебя, мам. Все кончено. После школы я верну его тебе. Я должна сохранить его. Сохранить его будет, конечно, проблематично. Сохранить ценой жизни, если потребуется. Надеюсь, я на них не наткнусь. На кого не наткнешься? О, нет. Что это, твой обед? Нет. Дай мне. Нет. Фу, на кому нужны твои обедки? Нет. Отдай, прошу. Что это? Для моей прекрасной мамы. А наша родина. Прекрасный, серьезно. Дайте, пожалуйста. Что это? Маска. Смазки слез получается в два раза меньше. Меньше. О, звучит неплохо. Забирай свою фигню. Я не понимаю, что я вам сделала? Мам, скоро все закончится. Мне уже все равно. Меня уже ничто не заденет. Эй, ты! А я нарисовала ваш семейный портрет. Вам только лодки не хватает. Привет, мам. Пришло время прощаться. Прости, я не заслужила твой подарок. Я хочу вернуть его тебе. Мам, спасибо тебе огромное за все. Надеюсь, ты теперь можешь покоиться с миром. Теперь я понимаю, мы прекрасны как есть. Может быть, я узнала, что значит жертвовать. Мне больше ничего не нужно. Итак? Я лишь хочу, чтобы ты вернулась. Мы подошли к концу. И скоро я смогу попросить у тебя прощения лично. И тогда ты сделала ужасную глупость. Не думаю, что твоя мама хотела бы этого. О, сокровище мое, я никогда тебя и не оставлю. Я решил Пойдем. Тебе помочь. Я дал тебе второй шанс! Так ты и попалась сюда! И преображение твое было особенным. Хочу отметить, у тебя уникальный вот, стиль. Оно тебе а подойдет. Характер, ну, добрей тебя но еще никого не встречал. Одной деталью. На этот раз ты примешь мой подарок. Муа, ты красивее, чем когда-либо. И здесь, в удивительном цифровом цирке, мы с гордостью принимаем тебя в нашу семью. Где я? Что случилось? Это мое тело? Вот откуда у тебя эта пуговка. О боже, я вспомнила! Что? А, нет, погоди, то есть я... рогата? Разве я не красива? Нет! В смысле, прости, но ты идешь в подвал. Сначала ты! Оу. Помогите! Кейн? Помогите! Какая боль. Ребята, хотите поиграть? Будет весело. Ну нет. Давайте, больно не будет. Не сильно. Джекс, сделай что-нибудь. Что ты хочешь, чтобы я сделал? А ну стоять, дальше не пущу. Да ну, ты хотела, чтобы я что-то сделал? Джекс! Ха! Получай! Вот, тебе! Моя очередь! Я так просто не сдался! Да хватит уже! Сдавайся! Никогда! Я тебя сделаю! И как же? А у меня еще есть! А, ненавижу! Вот тебе! Уеба! Довольно, Игорь! Помнишь меня? Загляни-ка лучше туда. А? Это выход? Ну, в реальном мире для меня ничего нет. Рогатая доченька, расслабься, все хорошо. Мама? Я никогда не уходила. Сокровище мое. Я не хотела. Прости.
все. За то, что я была такой плохой дочерью. Конечно. За то, что отвергла тебя. Я люблю тебя.